Шесть философских систем Индии. В Индии известны шесть древних философских систем. Первая – Вайшешика. Философия Канада Риши. Теория атомов. Согласно ему, все сделано из атомов. Множество различных атомов соединяются друг с другом и производят этот мир. Кана означает «атомарная частичка». Множество атомарных частиц соединяются и по чистой случайности производят этот мир, без причины, поэзии и сознания. Из этого сочетания проявляется все, что мы обнаруживаем повсюду. Таково мнение Канады. Все есть мир атомов. Бхактивинода Тхакур, основатель движения Кришна-сознания в XIX веке, пел в одной своей песне. Кешава. О мой Господь Кришна, я вижу, что все доступно в Твоем мире. Все обладает бесконечной и разнообразной природой. Но мы всегда ощущаем несчастье, будучи отделенными от Тебя. Непрекращающийся поток страданий накрывает нас от рождения до смерти, и мы не в силах терпеть боль, причиняемую этими невзгодами. И поэтому много спасителей бегут к нам, предлагая свою помощь. Капила, Патанджали, Гаутама, Канада, Джаймини, Будда. Капила принес аналитическую философию Санхи. Исследуйте материю, и вы освободитесь от всех страданий. Патанджали принес йогу. Эй, Дживатма, обрети связь с Параматмой. Тогда все твои проблемы покинут тебя. Приди в единение с Параматмой, сверхдушой. Таковы были их советы. Гаутама принес логику, Ньяя-шастру. Есть лишь один делающий, Творец, но он беспристрастен. Он творит этот мир и, закончив, покидает его. Поэтому вы должны жить, опираясь на свой разум. Развивайте логический ход мысли, и вы будете разумны во всех своих поступках. Только это поможет вам в этом мире. Это единственное средство. Примите здравую логику, тогда вы будете способны контролировать окружающий мир силой разума и будете счастливы. А Канада сказал, по чистой случайности атомы соединились, а с разрушением атомов не останется ничего. К чему же беспокойство? Ни о чем не тревожьтесь. Что такое судьба? Это ничто. Не думайте об этом. Когда тело разрушится, ничего не останется. О чем же жалеть? Затем Джаймини с философией карма-мимамсы. Может быть и есть тот, кто связал нас с этим миром и нашей кармой. Но карма – это все и вся. Он лишь беспристрастный наблюдатель. Он не вмешивается в наши дела. Мы процветаем или опускаемся на самое дно лишь из-за последствий своей кармы. Поэтому выслушайте мои рекомендации. Если вы будете следовать своей карме, то обретете счастье. Конечно, это можно поставить под сомнение. Карма пхала. Последствия кармы уменьшаются и исчезают.
но делайте только добро, хорошую карму, и не создавайте плохую. Результат хорошей кармы может исчерпаться, но не в этом суть. Снова творите добро, и добрые последствия вознесут вас в рай, и вы достигнете счастливой жизни. Если и есть что-то дружественное вам, так это ваша карма. Бог есть, но Он беспристрастен. Он обязан воздавать добром за ваши добрые дела, а злом на злые. Он независим. Философия Будды совсем другая. Все комбинации различных явлений созданы лишь нашей ментальной системой. С растворением этой ментальной системы ничего не останется. Поэтому мы должны растворить свой ум. Примите ахимсу – ненасилие, сатью – правдивость и подобные практики. Как мы видим, все эти философии говорят либо об отречении, либо об эксплуатации. Бхукти-мукти. Они расставляют очаровательные ловушки и пленяют дживу, душу. Бхактивинода Тхакур говорит: «Но я понял, что все эти парни – обманщики. У них всех есть одна общая черта. Они не имеют соприкосновения с преданностью Тебе, служением Тебе, о Господь. Поэтому они не могут принести никакого настоящего блага. Они выступают против преданного служения Тебе, не признают Твое верховное положение. В конце концов, они отправляют нас в хаос. Но окончательное мое мнение таково, что это просто Твои агенты, отделяющие серьезно больных в особый карантин для блага менее серьезных больных. Все это устроил Ты, чтобы отделить безнадежно больных ради блага других. Это Твой план, и Ты играешь ими как кукловод своими куклами. Они все Твои агенты, и косвенным образом они также служат Тебе, ибо нет ничего вне Тебя». В заключении Бхактивинода Тхакур говорит: «Я говорю им всем прощай. Я чувствую сердцем, что я буду оказывать этим так называемым благожелателям почтение на расстоянии. Однако мое единственное подлинное богатство – это пыль святых стоп Твоих преданных. Я полагаюсь на эту пыль как на источник всех своих жизненных планов. Я стремлюсь направить всю свою энергию на то, чтобы принять пыль их святых стоп на свою голову. Это для меня все и вся». Гаудхари.